В разгар жарких летних дней пожарная безопасность как никогда актуальна. Об этом кунгурякам сегодня напомнили сотрудники гражданской обороны города и участники летнего трудового отряда из театра молодежи. Ребята раздавали буклеты прохожим на улицах Кунгура. Четкое соблюдение правил, оформленных в памятках, могут предотвратить не одну беду, отмечают активисты. Кроме правил пожарной безопасности, в буклетах содержится информация о предосторожности во время грозы, действиях при встрече со змеей. Ценные советы в памятках найдут и грибники. Юные кунгуряки успешно справились с заданием, и в лице начальника курсов гражданской обороны города Ольги Котельниковой услышали слова похвалы. Молодцы! Постараемся и на будущий год, может быть, еще в этом году, да, в августе месяце, кто будет работать, провести еще одну подобную акцию, только уже с другими памятками, да, другие темы откроем, посмотрим. Предупрежден, значит вооружен. Вот главный принцип таких мероприятий. Организаторы уверены, владея необходимой информацией, кунгурякам будет гораздо проще обезопасить себя в условиях дикой природы и быту.